Запись начали. Так, всем привет. Сегодня у нас 23 апреля. Тимур, тихо. 23 апреля сегодня, 2023 год. Сегодня у нас 3 реплея, 2 от Саши Стрельникова и 1 от меня. Ну давайте, наверное, от меня посмотрим. У Саши там больше, более интереснее. Оставим их на закуску, так сказать. Вернее, будет основное блюдо, я сейчас буду разогревать. Так, вот он мой. Т110Е3, карта Каньон. Бой был 23 апреля, это я ночью играл. Так, ну поехали. Сейчас играю на десятках, потому что идет вот на... Т-23Е3, что ли, или как он там? Ну, на средний танк, Игл 7. А, Т-26Е3, что ли? Игл 7, короче. Он у меня есть, но я думаю, может, мне потом золото дадут за него, я не знаю. Если продам один. Так. Что-то у нас встречный бой. По урону. Сегодня посмотрел. Это. Что это. Как я на этом танке играл. И там ни одного этого нету. Основного калибра на этот танк. Ну потом покажу. Так, это я фугасом стрелял сейчас. По СТБ-1. То обычно в башню, вылазит и не пробьешь ее. Думаю, хоть какой-то урон дам. Так, этот вообще смелый. Еще чуть-чуть и было бы просто попадание гусеницы. Примагнитился снаряд к земле. Тут я просто обнаглел. Ну тут ФВ наглый, поэтому я полез обнаглевать. Фугас я не стал заряжать. Я обычно попадаю в гусеницы. Гусеницы все съедают. Я думал, он на меня не смотрит в ЗС-113. Так, бабах, еще тут возле моста крутится. Вот, сейчас на перекатке ее надо будет поймать. Ага, поймалась. Есть. Так, СТБ. Он о моем существовании забыл. Ну, тут с него урона ничего не возьмешь. Тут он 120 очей. Так, нашего тоже прихлопнули. У них все тяжи на другой стороне. Один тут вот. Сейчас я думал, вниз езжать или наверх, но решил все-таки наверх. Ровно 600 я ему залепил. Жду от света и КД. Ну тут надо было в бабаху, блин, ждать бабаху, когда подъедет, а я этот целил в тайпа 71-го. Так, одного убрали, тайпа 71-го все-таки забрали. Осталось их двое. Нет, я так блайнд закинул. Я смотрю, гриль выстрелил. Ну и я думаю, выстрелю. Но, как окажется потом, что я не попал. Бабах туда и не проезжала. Она назад уехала. Так, Левандовский здесь.
Ну, если бы гриль ему не залепил, не знаю, как бы мы дальше играли. Тут я очень сильно боялся, что бабаха сбоку будет контролить. Слева. Все скинули. Тут на ходу стрелял и даже попал. Обычно не попадаю я, когда шотну. Вернее, я попадаю, я не пробиваю. Бабах вон вниз скатилась. Скотина. Вниз скотинилась. Так. Вот она. Эх, наш средний танк отыгрался. Так, а гриль так стоит. А, нет, вот начал переезжать к нам. Ну, 553 он мне зарядил. 4900 настрелял всего. Так, что тут по фарму? 160 тысяч. Пять штук убил, 1455 опыта. Что? Это кто-то там победил? Это ты? Я победил, да, на мастера сыграл. Вот, смотри. О! О, молодец. Ну, иконки такие, эти медальки хорошие. Даже не медальки, а ордена прям. С моей помощью 675 урон. 5 я уничтожил, 6 повредил. Вот, наверное, больше за 5 уничтоженных дали опыта. Ну, тут 160 этих. Угу. Так, ВЗ сколько у него? 50%. Гриль 54%. Ну тут боев мало. Я же не знаю. И мой. Если не нужно, значит не нужно, если нужно. 31 543. Так, 47 77 у меня. Вот так вот. Ну ладно, следующий бой. Загруженный. Теперь бои от Саши Стрельникова. Вот 17 апреля был Химмельсдорф, Т-62А. Как он сказал, вроде бы Колобанов. Я немного даже их посмотрел, потому что я забыл, какие я уже публиковал реплеи, какие нет. И вот такая вот фигня. Блин, как у меня стул скрипит. Поехали. Особенно ночью, это хорошо слышно. Ой, я зеваю. Так. Я по 2 часа всегда выцеливаю. На нормальные игроки вот едут просто и стреляют, и попадают, и пробивают. Ага. Есть Т-62А тоже. Вражеский. Спрятался. Ну, в башню им стрелять, это такое себе удовольствие. Она то пробивается, то не пробивается. Блин, наш 40.05 прям сыграл по-бешеному. Эх. Не достался трупик. Вернее, как раз трупик-то и достался. Вот тут зря с аркадки стрелял. Этого надо шугануть, чтобы не чувствовал себя вольготно.
Хорошо. Ну тут вроде все хорошо пошло. Начало боя прям отличное. Ну дальше я и не смотрел, конечно, что дальше будет. Так. У нас один тяж всего остался. Ну и того окружили уже. Так, наш герой ворачивается. А я бы туда поехал и упарвался бы. Ну вот поэтому я, у меня и процент побед такой. Что я сперва еду, а потом думаю. Так, двое осталось. Шерик и... Т-62А. Блин, как они резво едут. И с седьмой аж летит, а не едет. Блин, Шерика забрали, один остался в три. Блин, какой шустрый, он на этом, наверное. На адреналине или как он там, на форсаже этот из. Еще этот приехал. Левандовский. Ух ты. Ага, молодец, выехал. Концепт. И Левандовский. Вот Левандовский пострашнее, по-моему. Ах ты. Вот я без ста смотрю, он тоже так делает. На ходу им в каток раз, пока не едут. И выстрел его улетает в другую сторону. Так, 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 давай, давай. Тут вот Саша Стрельников выступает в роли охотника. Я себя всегда жертву чувствую. Вот в этом-то и моя проблема. Так. Победа. Посмотрим. 5737. 283 фарма. Нифига себе. Классно. Так, Шерик у нас. 63%. Нифига себе. И тут 70%. Тоже нифига себе. Так, вот профиль Саши Стрельникова. У него уничтожен забой 7. Мастеров 436. Боев 10 тысяч. 70-25. Точность стрельбы великолепная. У меня всего 82. Средний урон 2793. Это много. Ну, для меня это заоблачные цифры. Ну, медальки тут вообще. Вот весь опыт 1626. Это много. Много. Все медальки. Вот, медальки отличные. 5 штук. Колобанов у нас. Уничтожено 4. Повреждено 7. Вот он по всем скинулся. Заблокированный урон 380, урон 5737. Вот такой отличный бой получился против тяжи. Но меня тут удивил из седьмой, как он шустро двигался. Он, наверное, подмазанный там скипидаром каким-то. Не знаю. Так, вот фарм. Прокачиваемый танк 283 тысячи. Отлично, начислено было 332. Так, ладно. Дальше. Дальше у нас идет XM551 Sheridan. Морской рубеж. 20 апреля был бой. Поехали.
Так, это у нас превосходство. Тимур, ты что ходишь? Ты свою стол сломаешь, когда ты тридайся. Стул сломай? Да. Это ты мне стул сломаешь, если будешь на нем так виснуть. Я не... Нет, такой ты тридайся. Так, нестандартный разъезд выбрал наш герой. Не любит действовать по шаблонам, действует по своим каким-то методам, мотивам. Ух ты, объект 268. Контролит, зараза. А вот это вот опрометчиво поступил, выехал сюда. Опа, на тебе на 500. Слишком самонадеянный. Но Яга, Яга. Наша Яга. Ягуся. О, хорошо залетело. А то я уж побоялся. Куда-нибудь идет. В крышку куда-нибудь. Так. Есть, молодец. Так, все ПТ-хи сюда приехали. На это направление их нет. Так, тут окружают. Ух ты, какой... Вот. Долго он там стоял. Разглядывал чего-то. Ага, Хайви, Хайви подкрадывается. А вот я на шарике вообще играть не умею. Ну, на легких танках. Даже если дни рождения у легких танков бывает, я не пытаюсь даже на них проходить. Я умираю слишком быстро на них. Е50М. Очень это. Ух ты, на 700, нифига себе. Вот это выстрел. Е50М вообще страх потерял. Так, двое против троих остались. Е4, у них прям самые отборные ПТшки с броней. На тайпа все загрелись. Давай, давай, давай. Давай, давай. О, да, красавчик. Еще и Е3. Вот это у них тут подбор ПТ-шек. Вот так. Ну, тут Левандовский. Ой, блин, Левандовский. Тайп 71 тоже хорошо держался. Держится прям. Отлично. Это хорошо, вот Саша Стрельников разменял своего тяжа. Все же на него, на тяжа. Все внимание переключили на тяжа и из подвоха стрелял. И разобрали вдвоем. Блин, классно вообще. Пап, я умерла. Ты умер? Да. Зачем? Давай оживай, сейчас пойдем на улицу мусор таскать. Да? Убирать, да. Нифига опыта чистого, 1877. Конечно, конечно. Так, тайп 71. Оу, тут 71%. Летить, колотить. Тут 70%. Команда подобрана достойная. Так, ну а тут еще 55. 47. 47. 45.
46, 50. Не да. Понял смысл не совсем. Тут вот по 70. 49, 53. 46, 47, 48. Странно, но баланс какой-то странный. Нечестно получилось. Если бы вот Type 71 был в их команде, другое дело. Ну, короче, нечестно так. Мне часто так попадается. У них все 50, у противника 50 с лишним. У нас все 40 с копейками процентов побед. Так, 205 серебра. Отличные медальки вообще. Так, это у нас что? Медаль героев россияне. 7 танков. Что, мы будем кота убиваться, потом телефон получим? Конечно, получим. Не только телефон. Еще что-нибудь получим. Так, урон 5883, уничтожено 7. Урон с вашей помощью 760. Вот, 7 штук. Я еще ни разу не брал. Тут вообще медальки все классные. Тут все Колобанова не хватает, и вообще классно было. Ну вот как-то так. Отличный бой был. Ну не такой, конечно, захватывающий, но... Первый бой на Т-62А на Химмельсдорфе. Вот там, конечно, где Колобанов, там игра прям ух. А здесь просто показали как везение. Что настрелять можно много, если тебя никто не трогает. Блядь, столько времени не сожрали, блядь. Уже. Зай! На броне уже. Так, а теперь по моему аккаунту. Бои 31543, победы 47-77. Ну, вчера было 47-74 или 75. Короче, это я ночью играл на Т-110Е3. Вот 40 мастеров у меня всего. Ну, короче, так себе, 5 Колобановых. Плохой. Средний урон за бой 1068, максимальный урон 6337. Максимум уничтожен за бой 6, точность стрельбы 81. Так. Короче, по прокачиваем танкам. Немецкие танки. Так, америкосы есть у меня все, вы об этом знаете. Так, вот. Фердинанда мне осталось купить, я уже все, опыт, все, за свободку все пооткрывал. Осталось его купить. 2500. И вот Ягдпанзер Е100. Осталось его тоже только купить. 4500 надо. А мне сейчас некогда на премах играть. Я играю вот на этой штуке. Мне нужно урона набить. Вот я 150 тысяч набил за 3 дня. Ну, первый день я 60 тысяч набил, и потом 40 тысяч, и вчера еще чуть-чуть набил. Так, вчера я вот 54 тысячи настрелял. Вот как-то так. Так, ну что ж, давайте, ребята, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем счастливо. И всем пока.